377 пожаров произошло в городском округе с начала года. Причины возгорания разные, но чаще всего чрезвычайные ситуации возникали по вине человека, несоблюдение им правил пожарной безопасности. Погибло 6 человек, травму получили 7 человек. В связи с чем отдел надзорной деятельности и профилактической работы хочет напомнить жителям и гостям нашего городского округа о соблюдении требований пожарной безопасности. Помните, пользуйтесь только исправными электроприборами, не перегружайте электросети, не перекалывайте печь, не оставляйте детей одних дома. На территории региона и, соответственно, в округе введен особый противопожарный режим постановлением губернатора. Разводить огонь запрещено, нет послаблений для собственников земельных участков, так что шашлыками и сжиганием сухостоя стоит повременить. Строго запрещается разводить огонь в лесу и в целом на природе, исключений нет. Помните то, что это может грозить не только административной ответственности, но также повлечь за собой пожар и гибель как и людей, так и животного мира. Это не прихоть. В период, когда от малейшей искры сухая трава может вспыхнуть как спичка, крайне важно осознать риски. За беспечность можно заплатить слишком высокую цену. Уважаемые жители и гости городского округа Щелково, напоминаю вам о соблюдении требований пожарной безопасности. Только соблюдение правил поможет предотвратить чрезвычайную ситуацию. При наблюдении пожара прошу вас звонить в 112. Анна Балиец, Сергей Василевский, Щелковское телевидение.